Маршрутные войны в Иванове снова набирают оборот. Вслед за руководителем профсоюза «Автобус» угрозам подвергся предприниматель Алексей Бегунов, работающий на резонансном 131-м маршруте. По словам перевозчика, его конкурент, господин Забавин, с которым в настоящее время у Бегунова судебные тяжбы, в четверг угрожал ему. С чем связаны участившиеся случаи угроз в адрес перевозчиков, выяснят сотрудники правоохранительных органов. Вчера и предприниматель, индивидуальный предприниматель Забавин подходил ко мне лично как индивидуальному предпринимателю и предлагал в добровольном порядке покинуть маршрут. Иначе со мной как с предпринимателем будут разбираться другие люди. Ну что я лично воспринял как угрозу себе, угрозу своему бизнесу. Соответственно, было написано заявление в отдел полиции номер 2. И будем очень надеяться, что полицейские наши прекратят беспредел криминалитета в этой области.